теперь пройдемся по вашим комментариям. Вот спрашивают. Добрый день, Геннадий. Для псориаза и артрита сколько дней сухого голода надо? Я написала, кто его знает? Ну, значит, этот вопрос, который говорит о том, что человек, ну, просто-напросто не в теме, так мягко скажем. Первое. Сколько человек болеет псориазом? Какова степень поражения псориазом? Сколько человек болеет артритом? Какова степень поражения организма артритом? И уже от этого, да, сколько самому пациенту лет? И уже от этого можно что-то там говорить. Какой образ жизни? А это вот, знаете, вот так вот просто вот. Лишь бы сухого голода и так далее. И человек, допустим, который никогда не голодал, и думает, да, я сейчас сухой голод сделаю. Я только вам про голодание рассказывал. Что мальчишки там голодают неправильно и что у них получается. И вот он начнет, я ему скажу, слушай, 5 дней сухого голода. А он на 3-е сутки, у него начнутся судороги, и он умрет. На 4-й. Например, когда я попробовал поголодать насухо, в начале, так сказать, своих этих изысканий по голоду, так сказать, опытов, то я помню, на конец 3-х суток сухого голодания я почувствовал, что я начинаю терять сознание. А потом, когда я уже через несколько лет был подготовлен, да я 7 суток отголодал насухо, без всякого якого. Поэтому вы не понимаете, о чем вы спрашиваете, и, естественно, такой будет и ответ. Далее такой же примерно вопрос, и где брать пшеницу? Вот даже кто-то ответил. Опять 25. Это говорит о том, что человек, ну вообще, опять-таки, он не в теме. Он живет, я не знаю, где-то на Луне или и так далее. Он только, наверное, заходит в магазины. На базарах он не бывает. То есть кругозор сужен. Где брать пшеницу? Интересный такой вопрос. Здравствуйте. Как вы считаете, есть приметы для зачатия именно девочки? Любимая интересуется очень. Да приметы, я думаю, это есть, но я их не знаю. А вот даже пользовательница написала. А вы в курсе, что раньше на Руси были заказные дети? Что вам мешает взять лист бумаги и написать вселенной свои хотелки, пост, качество? И желательно это сделать в первый лунный день. Ну вот. Вот такой вот интересный ответ по тому, как зачать там ребенка соответствующего пола.